Приобрел глагольную машинку болгарку Штурм в интернете за 860 гривен. Ссылка на сайт будет в описании. При покупке через интернет с помощью карточки Приватбанка скидка дополнительно еще 5%. Данная машинка планируется использоваться на даче для резки таких материалов, как, естественно, сталь. Для этого будут использоваться диски 125 на 1,2 на 22. Также для шлифовки дерева, для резки дерева и для алмазный диск для резки бетона, кирпича и других твердых материалов. Но данная болгарка идет в комплекте входит еще ручка боковая и ключ для одевания дисков. Вот такая ручка может как с этой стороны присоединяться, так и с этой. А также идет ключ для замены одевания дисков отрезных, шлифовальных и так далее. Данная болгарка идет в комплекте не идет аккумулятор. Нужно покупать отдельно аккумулятор, зарядное устройство. Но так как у нас на даче солнечная система, которая от солнечной батареи питает аккумулятор 12-вольтовый на 50 ампер часов, то было принято решение подсоединить кабель. Здесь такие две клеммы, только нужно опытным путем подобрать полярность, куда она будет вращаться у вас диск. Вообще-то он должен вращаться, по идее, если так вот на него смотреть, то против часовой стрелки. Закручивается, соответственно, гайка по часовой. И кабель 1,5 на 2 сечением с такими двумя крокодильчиками для подсоединения к аккумулятору. Ну, уже испытали на всех материалах данную болгарку. Ну, показала себя с хорошей стороны. Крутится достаточно резво от 12 вольт. Хотя в инструкции написано, что блок питания имеет на выходе 20 вольт. Все. Для резки были приобретены диски по металлу. Шлифовальный диск по дереву. Диск по бетону. Ну и сейчас испробовал на кирпиче. Все. Для того, чтобы одеть диск, нажимаем кнопочку, которая фиксирует вал, и откручиваем верхнюю гайку. Одеваем диск. Это у нас диск по бетону, алмазный диск, отрезной диск по бетону. И закручиваем часовой стрелки гайку. При этом пальцем нажимаем на кнопку оранжевую, которая блокирует вал, и закручиваем специальным ключом, который идет в комплекте. Подсоединяем шнур, который присоединили к болгарке, к аккумулятору на 12 вольт 50 ампер часов. Вот как видим, вращается. Сейчас попробуем отрезать кусок кирпича. Надеваем защитные очки, перчатки и приступаем к резке кирпича.
Как видим, данный инструмент вполне подходит для резки кирпича алмазным кругом и питанием от аккумуляторной батареи 12 вольт. Болгарка Штурм, резка дерева, соответствующий диск отрезной по дереву, питание по-прежнему от аккумулятора 12 вольт. Поехали. Дерево входит как в масло.